Так, батенька, ну-ка подъем. Я тебя заприметил сразу прям. Лупашева. Лупаш, пока я тебя не поджарил. Лидок, извини. Судя по всему, Лиду мы будем жарить часто. И в том смысле. Хотя, может быть, и в том тоже. Вот так вот. А вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Skyrim. Если ждете новую серию и хотите на нее повлиять, ставьте лайки и пишите комментарии. Именно от такого вашего взаимодействия с видео зависит, как часто и какими выходят новые серии по той или иной игре на канале. Мы уже начали крутиться здесь. На самом деле, я, во-первых, не решил снять эту повязку или оставить. Напишите ваше мнение по этому поводу в комментариях, потому что выглядит она, с одной стороны, достаточно так брутальненько, и это прикольно. А с другой стороны, именно вот внешний вид ее исполнения, это дерьмо полное. Просто кошмар. Ужас. Еще и там проходит через кожу, просто кошмарище. Также, краткий экскурс в то, что было за кадром. В общем, действительно, вы мне напомнили, я реально про это забыл. Нагрузить нашу Лиду. Нагрузили, притащили сюда все барахло. Я не стал записывать то, как мы его собирали, потому что не самое увлекательное занятие. И продавать, в принципе, его тоже не самое увлекательное занятие. Но не знаю, может, кому-то понравится, поэтому тоже напишите по этому поводу ваши мысли в комментариях. Оставлять ли такое в дальнейшем или нет? Продавать за кадром и все. В общем, сейчас мы мега перегружены, и это даже не все, мы у Лиды там стрельнули. Попытаемся продать. Дружок. Самое все. Тяжелое сперва. Погляди. Денег у него, я так понял, фигня. 758 золота. Но все это делается, чтобы купить домину. Давайте, давайте, давайте. Вот. Самое тяжеленькое продадим. Это. Угу. Это пока не будем. Вот это продаем. Но я даже не знаю. Сыромятного перейти счета нашего. Он просто бесит мало. Защищает херово, да? Типа, наверное, лучше перейти. Ну, ладно. Не будем пока сильно грузиться, так что нафиг его. Слишком тяжелый. И этот тоже. Тоже хрень тяжелая. Хорошая кирка. Ставим стальной меч в топку. Туда же, туда же. Это надо оставить. Так, так, это наше. Этот, наверное, мы разберем. Хотя он мне нравится, пока что погодим разбирать. Мне нравится, как он шпарит. На крайняк оставим. Продаем, продаем. Твоими руками деланное. Ну ладно, хрен с ней. А с другой стороны, блин, насколько она легче. А защищает. Ну, мне просто нравится внешний вид кольчужный новый. Ладно, пока что не будем деланную своими руками продавать. Это... Копейки стоят вообще, копейки, кошмар. Ёперный театр. Опять-таки, ну и хрен с ним. Кстати, да, Лида одела шлем, и он выглядит на ней немножко иначе. Она как-то загнула рога слишком сильно. Сейчас покажу, это просто странно. Вы наверняка видели это, но все же. Нафиг, 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 нафиг. Ага. А, да, это же мы там где-то стреляли. Или он понадобится? Да нет, наверное. Фига он не понадобится. Это. Вот кожа пригодится. Так, ну, вроде как, все. Стрел разных набрали. Благо дело, они ничего не весят. Это удивительно, но... Да и не стоят ничего, кроме как стальных. Ну, ладно. Так, надо будет сейчас все лишнее отдать, опять-таки, ей. Восстанавливается магия на 50 на... О, продаем. Хотя, можно было разобрать. А можно его купить обратно? Наверное, нет. Или сколько она будет стоить? Просто интересно сейчас. Сколько эта хрень будет стоить? А та, которую я продал? Нормально. Ну, хорошо, окей, заметно. Это случайно было.
скажем так, мисклик. Бандана синяя. Может померить, может она будет лучше смотреться, чем эта повязка на глаз. Посмотрим. Это продать. Сапоги обычные продать. Там у нас что-то еще было. Это что-то еще вроде как у Лиды. Я думал, он просто такие цены дерет. Кошмарище. И мы до сих пор не накопили на дом. Ядрить, надо его добивать. Лида, Лида, ты где? Заходи еще. Да. Во, видали? Как она так загнула? И с носом что-то нет. Да подожди ты на меня смотреть, я хочу... Во, профиль. В общем. Я прямо за тобой. Напяливает она именно то, что ей нравится. Я, ну, то, что крепче, я так понимаю, да? Так, что еще у тебя? Богатая одежа. Нет, давай что потяжелее. Хотя оно все тут одинаково, да? Ладно, давай. Богатую все равно не хватит, да? Гадюка. Я вот, кстати, не знаю, она схватилась за двуручный и стальной меч. Это вообще нормально ей будет? Или она им не будет справляться? Именно поэтому я сейчас не продаю стальной вот этот. Как-то так. Ладно, давайте втюхаем то, что я продавать не собираюсь пока что. А именно, не, ну вот эту некроманта ставим. Вот эту штуку, она ее не одевает. Штучка, значит, хуже. Кстати, да, эти мы не продали. Сейчас продадим. Сейчас все будет. И посох отдать ей пока. Ну, типа, если понадобится, то возьмем. Если будет какая-то задница полная. Подожди, 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 у тебя я там еще какое-то дерьмо было. Да. Казалось, что ли? Наверное, показалось. Да, да. С радостью не неси мою ношу. В общем, ты скажи, что ищешь. В общем, я ищу бабла, кубрикушки, понимаешь? Бабла я ищу, бабла, а у тебя мало. Хреново торговля идет, да? Говёная получается. Так, это дело... Угу. Деньги у него прям иссякают. Как же дерет, а? Наручи меховые. На самом деле это тот еще фетиш. Собирать, продавать вот это все. Вы не поверите, но у нас ровно 5000. И по сути нечего даже уже и продать. Ну хорошо, хорошо. На дом накопили. И это здорово, да. Запомни. Надо сохраниться, потому что я же помру это второй раз продавать. Я дам тебе лучшую скидку. А, но он не врет. У той тетки с молотом вообще цены кошмарные. Бобик, ты чё? Щеночек. Типа. Может и щеночек? Ладно. Луж. А это будет кража, если я как бы... вот так. Делай, Бобик. Жри давай. Чё, гав-га? А, ты не любишь баранину, да? Или что это такое? Вот на тебе тогда. Это за хрень? Это что? Говядина. Ешь давай. Хамон, вон, говядина. Жаль. Жаль, он иммерсив, но не настолько иммерсив, чтобы взять и жрануть эту говядину. Я не крал ее. Заметьте. Я ее не крал. Так, а где там дом Таната? Танадом. А, кто может мне объяснить, почему я 18-й раз подряд, ну на самом деле третий или какой-то, прохожу именно через эту калитку? Она какая-то заколдованная, меня так и манит. Лида, Лида, Ли. А, бежит. Окей. Где-то там ломится. У нас ровно хватит на голые стены. Никаких апгрейдов там еще и близко не будет. Но я хочу посмотреть, есть ли там сундук? Потому что много кто писал о том, что ее надо обставить, эту квартирку, но не написали, есть ли там по умолчанию сундуки, хоть один. Я так понимаю, там вообще тупо голяк, вообще полный, нихера нет. А. Не, здесь стало красиво. Этот мод дает свое. И они убрали, что это вы, охренели что ли?
Давакин должен чувствовать себя как дома. Зачем я это делаю? Ну, понимаешь, я должен чувствовать себя как дома. У меня дома точно такая же херня будет. Вот, все. Земля содрогается под моими шагами. А где тут продажник? Проклятие, женщина. А, вон он. Пока мы тут разбрасывали. Стой. Я служу управителем у Ярла. Я хочу купить дом в городе. Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Это все? Вот так быстро, да? Я даже не заметил, как он мне деньги все отгрузил. Подождите, такая... Нетрудно догадаться, что у Ярла много дел. Тот дом, о котором мы говорили, все еще продается, если желаешь его купить. А че ты ушел тогда? Покупаю. Чудно. Да. Вот, держи ключ от твоего нового дома. Спасибо. А что ты мне можешь интересного? Я ищу работу. Ярл объявил награду за головы некоторых разбойников. Вот, здесь все подробности. Взгляни. Окей, взглянем. Кто такие седоброды? Насколько я знаю, это старые норды-отшельники. Они живут на вершине горы. Говорят, они ни с кем не разговаривают. Если они захотели с тобой поговорить, лучше сходи и спроси, что им нужно. А то мало ли. Говорят, они не жрут, не спят, не срят. Что у тебя еще такого интересного? Почему крепость называется Драконий предел? Потому что хотели изначально назвать Драконий беспредел, но драконов не было уже, да? Это древняя легенда, но она хорошо известна тем, кто служит в крепости. Давным-давно был среди нордов могучий герой. Олаф Одноглазый его звали. Олаф бросил вызов ужасному дракону по имени Нуминекс. Борьба Олафа с драконом закончилась поединком на вершине горы Антар. И победителем вышел Олаф. Олаф с победой вернулся в Вайтран. По его решению, крепость города была превращена в темницу для Нуминекса. С тех самых пор это место зовется Драконий предел. Так он заточен? До сих пор тут Нуминекс? Так, а что у тебя за цены-то? Хоть приблизительно. Я с радостью помогу тебе. Есть множество способов улучшить жилище, если ты при деньгах. Я и, кстати, на нуле вообще. Не забывай заглядывать в каталог домашнего декора. Там все в подробностях описано. И в каталажку. И что же ты желаешь приобрести? Все. Лаборатория, мебель для спальни, мебель для гостиной второго этажа, для столовой, для гостиной, кухонная мебель, детская. А где сундуки-то? Или это входит в какую-то из них, из мебелей-то? Забудь, я пока на нуле. Как скажешь. Сволочь, если насколько он высокомерный, знаешь, хоть бы повернулся. Где меня найти? А я знаю, как да. сделать дом уютнее. Ладно. Продолжим в следующий раз с тобой. Тебе понравится в драконе. Базарь, когда я приду что-нибудь для дома покупать. Кстати, а Ярл мне не хочет ничего сказать больше. Что ты от меня хочешь, Ронга? Извиняй. Да, пошла. Что тебе нужно? А как ты можешь защитить? Благодаря толковому планированию и постоянной бдительности. Прямо сейчас мой придворный маг Фарингар продолжает изучать способы борьбы с этим ужасом. Кроме того, нам нужны немалые запасы воды, чтобы тушить пожары, которые неминуемо возникнут в результате атаки. Но самое наше главное оружие — доблесть. Если мы не сможем убить твари, нам, по крайней мере, должно хватить твердости, чтобы отразить атаку. Это все, что мы можем. Пока не найдутся отважные герои, способные уничтожить чудовищ. Нет, он не прав. Если ты не против, меня ждет мой город. Наше главное оружие вовсе не доблесть. Дурь наше главное оружие. Будет дурь, будет все. Только не та дурь, а другая дурь совершенно. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Как зачаровать броню и оружие? Учишься мастерству? Начнем с зачарования. Возьми зачарованное оружие или броню. Потом используй пентаграмму душ, чтобы познать его секрет. В результате предмет будет уничтожен.
так что соблюдай осторожность. Я пока ничего не хочу. Когда выучишь зачарование, тебе понадобится наполненный камень душ и предмет, который ты будешь зачаровывать. Для этого тоже используй пентаграмму душ. Угу. Понятное дело, все необходимое есть у меня в продаже, если тебе хватит монет. Ты не поверишь. Ой, ну ладно, а где можно узнать что-нибудь о магии, встречались дракона? Кстати, да. К сожалению, нет. Моя работа редко дает мне возможность куда-то отправиться. Почему, к сожалению? Живой же. Может, пока какой герой притащит нам дракона в драконий предел, как когда-то Олаф Одноглазый. Вот это будет Тонкий настоящее домик. Событие. Угу. А ты? Поддерживаешь кого? Если я скажу, что это не лучший вопрос, ты поймешь, что я имел в виду? Вряд ли. Так или иначе, пока в мои исследования никто не лезет, мне все равно, кто командует. А теперь прошу извинить. У меня дела, а твои вопросы меня ужасно утомляют. Удачи. А вы говорите, я ухожу от ответа. Я пока еще не определился, вот кто уходит от ответа. Просто трендос. А у самого, главное, фотка оборотня какого-то. Сися стала, между прочим. Все с тобой ясно. Что-то у нас такая книга красивая. Нет, ну, разбирайте, пока ничего не планирую. Разве что у него что-то украсть и разобрать. Мечик козырный. Но он, сука, впаян. Впаян в пол, в шкаф, я не знаю, на него даже навестись не украсть невозможно. Давайте все-таки посмотрим, какой там у нас летающий Довокин. Нет, какой дом нам продали. Какую нам вообще развалюху подарили за 5000. Я считаю, что это все-таки подарок, потому что... Ну, типа, обычный же хер, я так понимаю, вообще не может купить даже дом. За любые деньги. Только избранным дается такая возможность. Так, возможность возможностью, а где он есть? Наверное... В нижнем городе? Да там уже Скайрим. Где наш дом, мать твою, Довокин? А тут еще что-то есть. Казармы стражи, мать твою, а? А не дом ли теплых ветров нам нужен? А, сейчас посмотрим. Теплых или холодных. Где-то он там. Внизу. По идее. Так, 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 так. Где-то у вас дома теплых. Петров. Твой новый дом, да, это наше все. Ясно. Паутина, разруха и запустение. И что-то нет пока ни единого ящика, да? И я так понимаю, пока ничего не купим, то и не планируется, да? Не, есть один. Пустой сундук. Хорошо. Хорошо. Ну, это уже кое-что. Кстати, я так и не примерил бандану. Сейчас надо будет это сделать. Пульса, я даже не знаю. Пока мы их еще зарядим. Ну, пускай эти будут, а это может... Может, валяется. Пока что. А на что я так нагрузился? Это неужели та одежда, которая на нас так весит? Дофига. С другой стороны, у нас книг, ну и то немного у нас книг. Надо будет их продать или вообще их надо оставлять, те, которые можно изучить. Кто-то. Для каких-то... Ну ладно, пускай будет библиотека. Все равно денег не настачишься, да? У торговцев их фигня. Ну тут тоже ничего такого особо весящего нет.
бухлишка разве что. Ну ладно, это будем бухать, если... Припрет. А я думаю, припрет. Рано или поздно, 100%. Ну, хорошо. И на этом спасибо. Ну, сука, как же здесь дерьмово. Надо хотя бы свет в первую очередь. Серьезно, это ж просто кошмар. Ничего не видно. Ну, видите. Давакин живет буквально в заднице. Это жизнью назвать нельзя. Единственная обставленная комната. Углем. И заплесневевшим сыром. Опа. Изнем. Так, давайте-ка все-таки заценим. Бандан. Это вместо шлема или... Ну, я думал, это будет какая-то самая... Подожди ты. Нет. Я думал, это будет вместо повязки, а на самом деле это даже не бандана, это какой-то, сука, компресс. Ну, такое. Знаете, только шейпингом заниматься с такими банданами. Нет, нет, я думал, будет все иначе. Намного лучше. Не будет. К сожалению. Пока что. Ледок, нам надо валить. Валить, валить, валить. А могу я из дома прям? Прямо из дома, прямо вот сюда. Перемещение из этой локации невозможно. Из этой клаки даже выбраться быстро невозможно. Хотя здесь вообще ни хрена нет. Шаром покати. Все, отсюда можно же, да? Давай. Кстати, тут я заметил какие-то хреновины. По-моему, залежи чего-то там. Надо бы сейчас порубить их. Киркой. Навалить им. И, как вы и писали, надо будет это сделать мануально. Я пытаюсь понять, это что за кирка такая хитрожопая? Так. Я думал, вообще-то мы окажемся прям... А, извините, простите, а мы же ее вообще-то кончили нахер. Разве нет? Девушка, у вас все в порядке? Че так смотришь злобно? Что тебе нужно? Мы же ее убили. И потом загрузились, еще раз убили. Видали, какой там ветер вообще мощный? Да я бы не сказал, что мне что-то нужно, между прочим. Да я просто ее выбросил, да? И не заметил. Темно было, темно было! Слушай, я тебя прикрою. Прикрой лучше мою броню. Я к твоим услугам. Да, 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 да. Я не знаю, пускай живет бандитка, если нападает на нас. Мы не особо-то воинственные. Так, убиваем только всех, кто нас пытается убить, если мы что-то хотим сделать, а нам не дают. А трупы тут вечно валяться будут, да? Может, ей так больше даже нравится. Так, вот эта херня. Давайте. А у меня есть тут на быстром доступе? Запоставить. Вверху. Гуд, 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 гуд. О. Только, подожди, а ты левый можешь? Серьезно? Такой навороченный. Можно? Можно даже две кирки херануть. Нормально, добыча пошла. Одной левой. Вот так это делается. Так, где-то тут еще что-то вроде было. О. Не знаю зачем. Зачем, но добудем. Сейчас еще и огонь добудем в процессе. Несмотря на дождь. Все, больше нету. Мы отклонились от курса, между прочим. Ну то есть мы вообще-то с Давакином сюда ломимся. Надо обратно перебегать. Очищено. А, так оно очищено, пишет. А я-то думал. Все нормально. А где тут? Во.
Хорошо. Хорошо. Там, где очищали Давакина, а не Давакин очищал, там ничего не пишет. Это удобно. Бись. Да, больше ничего нет. Только олени. Нифига. А если сильным ударом? Воу, сильная добыча идет или до лампочки? Он до сраки. Давай, добывай! Yes, все. Добыто все, что можно было добыть. Угу. Ну и побежали ледок обратно. Надо же ломиться все-таки. Хочется уж хотя бы добежать до этих седобородых. Страшномордых. Выглядит как какой-то, ну вот просто стандартный какой-то, ну я не знаю, даже просто охранник. Даже хуже. Пока наш Давакин. Так себе выглядит. Чеснок, что ли? Давай. Чуть-чуть. Для рецепта надо. Я чувствую еще, пока Давакин будет жрать всякую хрень. Нельзя этот фиговину взять? Это, типа, связан с ловушкой, да? Ну, пускай живет пока. Что же мы, звери-то? Мы всех убили, пускай наслаждается жизнью. Может, она этого и хотела, а? Потом сама воскресла. Скорее всего, так и было. Днем было темно. Сейчас еще темнее станет. Так, а там впереди жесть. Надо не забывать сохраняться, а то будет плохо. Совсем. Мамонт? Мы его завалим или нет? Что-то не так с лисами, да? Ну, давайте ему просто разряд. Ты с ума сошла! Дай сюда! Для того тебе я... Я даже и не думал, что она так... Нифига себе ты, блин, психанула. Это нам еще понадобится. Не трогать. Вон двуручкой лупаш. Веди. Твою мать, а? Кошмар. Вот дает. Ей же ничего, получается, человеческого дать в руки нельзя, что заканчивается. А то она его и закончит. Где это? Что это? Там через дорогу. Ну подожди, давай. Мне просто интересно посмотреть на этих мамонтов. Я помню, там какие-то мужики с этими мамонтами тусят. И вот эти мужики, это прям жопа. О, да. Ну давайте, раз уж мы здесь, попробуем. Один раз. Пока не убьет. Ты больная вообще, ты больная. Прикольно. Надо череп. Больше ничего нет? Фига себе, его раздавило камнем. Подождите, а он не воинственный, типа? Если нет, то какого хрена? Что-то он немножко воинственный. Ты заткнись давай, а? Что-то мне кажется, что Лида не справится, да? Чонок. Да, зарядов нет, но Лида пока живет. А ведь только повернулся он. Хорошо. Хорошо. Я понял, это было зря. Окей. Давайте я просто шлем посмотрю. Какие мы нервные. Доспехи 11. Наш сколько? 15. Увеличивает ману на 40 единиц. А это ведь неплохо. Хотим пока что.
Хера не видно, но так более-менее. Ладно. Ага. Да. Добавим. Делаем. Все будет. Это прям... Ирония судьбы, да, Олег. Надо вернуться нам обратно на тропу. Будет гуд. Ладно, я понял. Без свечки мы никуда. Никуда. Другое дело. Так. Как бы нам, как бы нам. Что за нами какая-то хрень уже ломится? Лид. Ты, блин, серьезно, что ли? А, ну, можно попробовать. Кстати, подождите, я там стрелы убрал, да? Ну, давай стальными. И да, я не назначил лучок. Это до лампочки будет, наверное, дракону. Или нет? Ну, ладно, попробуем. Лида, он тебя уже греет, да? Я очень сомневаюсь, что нам удастся его сейчас завалить. Но попробуем. По крайней мере, попробуем. Лида, 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 да! Че он там зажарил-то вообще? Ты, блин, сучоныш. Молодец, хорошо приземляется. А, он великан охренач? Ну, хорошо. Окей. И не только великанов, да? Давакинов тоже очень даже... Огнеупорность хреновая, да? Со щитом было бы лучше, но я сомневаюсь, что я бы до него добежал. Единственный наш вариант, это он даже не садится нигде. Единственный наш вариант, это если он, сучонок, все-таки не будет обращать на нас внимания. Очень слабо, да? Да. Но есть шанс. Драконище все-таки. Завис? Завис. Кара. Мне интересно, где Лида бегает. Он ее уже зажарил, и я сохранился с этим дерьмом. Если что, будем грузить автосейв. Я вечно его теряю. Потому что он такими петлями здесь фигачит, а? Че, ни разу не попал? Завалит этого великана или нет? Он валит Лиду. Это она там. Короче, ее уже корячит там. Сука, да где он вообще? А мне вообще скажут, когда Лидия хана? Вон она стоит там. Я знаю, что вам ее не видно. Я с ним вообще так не повоюю. А он всегда здесь будет летать, а? Жжет все, что видит. Лида куда-то убежала. Хотя могла бы прибежать ко мне. Я здесь все-таки. Все. Валим, 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 валим. Убей дракона, ты с ума сошла. Ты с ума сошла. Чуть не обжарил задницу Довакину. Снова. Кстати, а как насчет крикнуть на него? Это вообще какой-то эффект возымеет или нет?
это, мне кажется, не факт. Давай попробуем. Чё он тут жарит-то вообще? Надо еще попасть, конечно. Ты серьезно? А я тут причем. А, ну понятно. Я не причем. Так. Ты умрешь сегодня, тварь. Ну понятно. Куда там мне достать? Только лук, да? Хотя дракона это и огнем фигачит, ну просто интересно. Все, я все понял, я осознал! Или нет? Ну, короче, не, это попробовал, потому что как же Дамакин? Дамакин может не попробовать, но я осознал это рано. Это еще очень рано. Ледок, нам надо тупо сваливать. Мы потом сюда придем и убьем, когда будет еще у нас возможность его убить. Такая вообще. Лида, 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 а тебя ли там не сожгут? Надо быстро куда-то деваться, чтобы ее не прихерачили. Чуть не смыло. Я думал, тут не такая сильная. Подождите, а где мы оказались-то вообще? Нормально. Просто мостик похож на ту пещеру Клоралюкса. Очень. Оно и понятно, копипаста. Никто не отменял. Мне интересно, выжила ли Лида? Да ты с ума сошел! Козел, а? Вонючий. Я тебя сейчас, сука, зажарю. Ты что думаешь? Дракон ты Довакина доконал и наказал, но... Козлам-то всяким, это же вообще не позволено. Надо будет угостить Бобика своим. Может, он только свое жрет. Блин. Я надеюсь, что она выжила. Если нет, будем грузиться, конечно. 100%. Лида — это наше все. Мы без нее ничего не потащим. Во всех смыслах, между прочим. Прямых и в переносных. Что-то я как-то вообще стрёмно найду, да? Интересно, Лида меня сможет найти? Вот по той фиговине еще пройтись бы. Я слышал, что ты где-то есть, но, блин, я думал впереди. Давай, давай, ну. Где второй? Знаю, я все знаю. Ты самоуничтожился? Волчара. По-моему, твой брательник реально самоуничтожился. Спрыгнул в воду в горячем состоянии. Лид! Я тут говноцвет нашел. Это... Блин, Хус Карлша... Лазит, а что там такое? Там интересное. Так, где-то здесь седобородые. Где-то они прям недалеко. Надо просто преодолеть парочку препятствий, да, Довакин? Давай. Да ты сможешь. Я знаю, что он сможет. Он не знает, что он сможет. А я-то знаю. Но ты сможешь, мать твою. Я тебе говорю, сможешь. Это даже не отвесная скала. Я помню, на какие мы забирались. Твое время. Да ладно. Да ты можешь. Тут один прыжок-то. Ну, два. Максимум. Давай же. А был бы конь, да? Наверное. Давай кинище. Ну, пожалуйста. Ну, ты чё? Ты же как-то только что прыгнул. Странно. Ладно. Жаль. Лид. Я все жду, когда ты объявишься, мать твою. Хотя что-то она не торопится вообще. Да, тут в 2 метрах, как всегда, нормальная дорога была. Это мое все. Мы, Довакины, народ простой. Дороги нам нахрен не нужны. Нужны, на самом деле. А также нам долбанный свет нужен прям позарез.
Надо будет какое-то при случае новое заклинание света выучить тоже. Потому что это вообще не варик. Херовенько. Что-то как-то. Где ты? От третьего лица воевать? Это Довокина не любить. Ну что ж поделаешь. Видимо, не очень люблю. Подожди. Нормально. Мы сейчас полечимся даже. Ну где там, волчара? Сука, ведь кровотечение. Да ладно, не умрешь. О. Аж в глазах потемнело. Где все это время лазит наш Хускарл? Неужели ее там выпотрошили? Драконами. Только обидно будет, серьезно. Я думал взять его. Так. Блин, нам выше? А как же выше-то? Секунду. А вообще эту хрень надо обойти как-то. С другой стороны, можно и по дороге, наверное, да? Это сделать. Или нет никакой дороги, она тут кончается. Нормально. Знаю, все, у меня достаточно. Так, все-таки придется нам по бревнышку, да? Ах, какой сюрприз, надо же. А я ее вообще не видел, серьезно, она там замаскировалась, кошмар. Молодец, молодец, тетка. Сейчас мы с тобой устроим дуэль. Ты что, дура, сделала? А, я думал, она упала, кстати. А. Ну давай, 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 постреляем. У меня металлические стрелы остальные. А вот лоб что-то не очень металлический. Ну ничего. Сейчас будет смертельная дуэль тогда. Первый, я ее не вижу вообще. Давай, давай, стреляй. Ага. Овца тупая. Это тебе Довокин, а не лошара какой-то. Подзаборный. А-а-а. Так, мазать-то, конечно. Я, правда, сам стреляю, хрен знает куда. Но попадаю. О. Че бы в башню ей попасть, так вообще было бы зашибись. Разбойница такая. О. Что такое, у тебя прицел сбился или что? Случилось. Будет подло, если ее трупак упадет вниз. Упал или нет? Я до сих пор его не вижу. Где наш Ускарл, когда он так нужен? Это все, которые я настрелял ей в башку, да? Мы вроде даже такой создать могли. Мне интересно, где же наш Ускарл? Нас не видят. А будет ли кому вообще увидеть? Это та бандитка или нет? Зараза, будет обидно, если ее прикончили. Грузиться так далеко. Так, подождите, я сбился с пути, что ли? Куда ведет эта дорога вообще? Подожди, подожди, подожди. Надо брать. Надо, блин, брать. Вообще нам туда, если мы сможем обойти. А, это ты, баран. Козел. Понял. Теперь придется мстить. Спасибо, что ты вернулась. Я серьезно говорю, это не человек. Вообще, одно слово, Ускарл. Ты еще издеваешь, да? Тебе, типа, вообще, это самое, как нехрен делать было. Там дракон ее испепелял.
А и насрать, на самом деле. Такими жопами мы, такими неизвестностями лупашим. К этим магам. И... до лупаши или до гробницы какой-то. Зайти, что ли? На огонек? Вообще не планировалось, но давайте. Давайте заценим. А я думаю, что это за хрень такая? Так. Если нас тут будут прям колбасить со страшной силой, то мы, конечно же, свалим. Но пока вроде не колбасит. Кто таков? О, во имя Ким, ты меня напугал. Тут где-то бродит некромант, так что берегись. Ты мне поможешь? Он в склепе. Творит там не весь что с моими усопшими предками. А что конкретно? Там гробница. Валс Веран. Моя семья никогда с ним не ладила. Но сейчас он зашел слишком далеко. Он хочет осквернить наш семейный склеп своей грязной некромантией. Урод серокожий. Моя тетушка пошла за ним, чтобы остановить его. Но так и не вернулась. Понятно, нагнула его. Один я с ним не справлюсь. Ты отпустил тетку одну в склеп? Тут мне гордиться нечем. Я до смерти боюсь этого места. И тетушка Агна об этом знает. Угу. Отец меня там запер по пьяни, прежде чем ушел от нас совсем. Я 3 дня питался подношениями мертвым, пока тетя Агна меня не нашла. Ты мне поможешь? Он в склепе. Творит там не весь что с моими усопшими. Да я это уже слышали, ты уже говорил. Я просто думаю, он так одет дерьмово, что, наверное, там некромант, ну, не самый крепкий даже. То есть, или это наоборот? Все. Ну ладно. На кое дерьмо мы не подписывали? Хорошо. Я отопру дверь, мы встретимся внутри. А дальше ты поведешь. Хорошо. Давай. Отпирай давай двери. А дальше я поведу. Что у вас тут есть интересного из почитать? Ну, интересного может быть есть, а вот полезного не очень. Лид, как на это смотришь? Я думаю, она за. Мне так кажется. И, по-моему, мы прокачали магию до 20 уровня. Надо бы с двух рук поднять. Нам надо найти Валса Верана. О, нифига себе, какой у тебя щит красивый. А рот открыт в какой-то такой жести непонятной. Да, разрушение 20-ка. Давайте тогда затестим двойное разрушение. Вечно же с двух рук парим. Хоть не зря будет, может быть. Нет, ну ты реально какой-то стрёмный. Что здесь за свечение такое? Понятно, ладно. Ну, блин, давай. На трон восседать не будем. Между прочим, льняная ткань. Давайте ее возьмем. Для делов там нам пригодится. Инструмент бальзамирования не будет. Еще одну надо, по-моему, 3. Чтобы конскую попону захерачить. Брать, не брать, тага. Ну ладно, давайте возьмем. Если что, Элиди все впарим. Все втюхаем, Лидки. Будет у нас конский хускарл. А также, конечно же, неплохо бы поставить... Привет, ну ладно. Так. А, сучок, это уже не тот слабый Давакин. Это уже более-менее Давакин, да? Алитка нормально шпандохает этим мечом-то, а? Молодец. Только весит, а? Что-то я уже сомневаюсь, что мы будем брать. Опаньки. Да ладно тебе. О! Ломщик Давакин. А ну-ка. Ты,
3 копейки и 3 трупа, это что за подстава такая, а? И ни один из этих трупов нельзя обыскать. Это морг. С этим самым. Моргенштерн. Эй, осторожней, что ли? А ничего, что ты на проходе стоишь? Осторожней, что ли? Знаете, что я думаю? Раз мы особо не суемся под удар, надо бы попробовать напялить броню, которая маговское одеяние. Одеяние магички. Потому что восстановление магии на 75% быстрее все-таки кое-что дозначит, да? Для мага. Стрелы не вписываются, но ладно. Единственное, что поменять надо их. Остальными херачить это слишком дорого будет. А, простите, извините, а чё мы так ходим-то? Нормально? У тебя пока что. Опаньки. Камень. Так, так, так. А тут нету подставы? На удивление. Так, батенька, ну-ка подъем. Я тебя заприметил сразу прям. Лупашево. Паш, пока я тебя не поджарил. Лидок, извини. Судя по всему, Лиду мы будем жарить часто. Хотя, может быть, и кто тоже. А почему сейчас не так, как не двумя руками саданул? Лидка, ни хрена себе ты. Ты гаришь, а? Ладно. Я уж думал, нам хана. Так, так, так. Мы... А, мы перегружены, поэтому я, наверное, не могу двумя руками херачить. Как надо. Лидок, у меня к тебе задание. Я все еще здесь. Я знаю. Не надо мне об этом напоминать. Я к твоим услугам. Ага. Так, 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 так. Ну, мы набрали в основном... такого говна. Сколько она сама может лупашить? Нести, в смысле. Скоро выясним, да? Кое-что ей давать, конечно же, нельзя, потому что это... Жлида. Начнется потом. Ну, типа, она поносит эту хрень или нет? А почему я не могу это отдать ей? Странно. А, она загружена. А где видно ее вес-то? Серьезно, где видно, сколько она может таскать? Я так понимаю, все, это уже кранты, она загрузилась. Ну ладно. Если что, потом выбросим. Веди. Да, подожди ты. Вести. Тут я бочку еще не открыл с медом. Нордским. Говно. А вот это, пожалуй, винишко. Хорошее. Возьмем. Это обычная или альта? Обычная это. Обычная, обычная, обычная. Отлично. Короче, это винный погреб. Хорошо. Давай дальше. Пока не воскрешаем, потому что я же их не смогу воскресить, наверное. Они же типа очень крепкие. Или попробовать. Мне что-то подсказывает, что я пока не владею. С другой стороны, реально можно попробовать. Ну зачем, в принципе, они нам здесь, да, когда у нас два таких матерых бойца? Они нам не пригодятся. Вот когда Лида будет одна, тогда да. О, я думал, поломаем уже. Так, так, так. Эй! Это собственность моей семьи. А, ладно. Бери, что хочешь,
если поможешь мне избавиться от Валса. Я даже не посмотрел, что там украсть было, если честно. Я бы не взял ни за что. Собственность его семьи, да вы что? За кого Давакина принимают? Вот бальзамировать он должен научиться рано или поздно, да? Столько всего просто находим для этого. Нет. Тетя Агна. Где? Талос, почему я не пошел с ней? Потому что я ее обыскивать буду. Кого я тогда буду обыскивать, если ты бы пошел с ней? Хотя у нее обыскивать-то по-хорошему, блин, серьезно. Что-то твоя тетя как-то не очень подготовилась. Ну прям как ты. Он завалил дверь. Да? Только богам известно, как он там оскверняет тела моих предков. Когда-то Агна сказала мне, что внутри есть тайная комната, где хранили опозоренных родичей. Может быть, оттуда можно попасть в главный зал? А? Тетя Агна и тайная комната, сука, Гарри Поттера устроила здесь мне, да? Я за такое убить могу. Ну, это чувство начинается жесть натуральная, да? Или нет? Лежать! Лежать, говорю! Так, один готов. Ребят, а чё, я сам теперь, да? Так. Эй, осторожней, что ли? Лид, это ты его так кончила сразу? Чё-то я сначала решил, думаю, нифига себе, у меня такая магия прям оп-оп-оп. Она его херак и всё. Не, ну это слишком тяжело. Лида уже там под завязку и ядрить все. Если бы что-то магическое, зачем мне эту костную пыль хватанул, не знаю. Не сожги тут ничего, ладно? Ой, да ладно тебе. Дал железные сапоги у твоего сородича. Содрал прям. И не постеснялся даже. Слабое зелье магии. И труп какой-то, да? Да подожди. Короче, все понятно. А там явно будет здоровенный паук еще один, да? Или нет? В принципе, пока что очень даже неплохо. Учитывая, что это самое дерьмовое заклинание, то неплохо идет. А что тут у нас, в принципе, есть-то? Еще. Из этого огненного. Подожди секунду, тут это видел. Можно было бы попробовать, на самом деле. Необходимо 30. Понятно. Понятно. Нам нужны, в принципе, более интересные заклинания, да? Но маг-воин, воин-маг, такое что-то среднее неплохо так идет. А, я не помню, что у нас за кольцо одето, но какое-то одето. Что ж, дальше следовать будем уже в следующей серии, потому как мне что-то кажется, что это далеко не быстро будет. И надерут нам жопу немножко здесь. Потому что что-то вот слишком легко идет, да? Хотя, может быть, потому что у нас Лида такая крепкая. Ну, не знаю. Будет видно в следующую серию уже. На этом на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. И поступайте так со всеми видео, которые вы смотрите на Ютубе. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Ссылки есть в описании. И... Ба-бай!